Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Moto Maximus. И сегодня у нас на обзоре зимние перчатки от бренда Kemimoto. Буквально недавно я снимал вам обзор на сумочку на крыло для моего эндуро-мотоцикла от этого же бренда, от Kemimoto. И вот теперь у меня зимние перчатки. На январских праздниках я прокатился на плато Бюрмамыт. Было, мягко говоря, не тепло, и я понял, что мои старые зимние перчатки уже довольно-таки поистрепались, пришли в негодность, и пора мне обновить свой зимний гардероб. Я обратился к продавцам Kemimoto, бренд мне очень понравился, и решил приобрести у них теперь зимние перчатки. Перчатки мне предоставили, давайте смотреть, что внутри. Итак, посылочка пришла, напомню, с AliExpress, ссылку, как всегда, оставляю в описании. Вот такой вот плотный пакет пришел почтой. И в нем какая-то бумажка ненужная. И в нем вот такие перчатки. Давайте смотреть, что они из себя представляют. Материалы. Так, давайте почитаем, что здесь написано. Сохраняет тепло, отталкивает влагу, отталкивает снег. Эти перчатки позиционируются как водонепроницаемые. И причем я хочу сделать именно сноску не влагозащищенные, а водонепроницаемые. Ну и сам производитель об этом пишет, и продавец по переписке убеждал меня, что в них мои руки не промокнут, даже если я опущу их в воду. Это мы сейчас с вами, друзья, проверим. Перчатки черные. Размер мне подходит. У меня размер XL. Ну, вот здесь пишется, что японский XL, а европейский это L. Если вы будете заказывать эти перчатки, внизу есть линейка, и она объясняет, что вам нужно вот так вот руку сантиметром померить, и в обхвате какая цифра будет, вы по шкале смотрите, выбираете свой размер. Я померил, мне подходят, все нормально. Итак, давайте посмотрим, что есть в этих перчатках. Ну вот, в первую очередь мне бросается вот такая прорезиненная штука на подушечках вот здесь. Я так понимаю, это для того, чтобы перчатка не скользила с ручки газа или если вы что-то берете. Не хочу ни в коем случае наговаривать там на этот бренд или на эти перчатки, но обычно вот все вот такие резиновые штучки даже с дорогих перчаток со временем отлетают. Но мы с вами поэксплуатируем, посмотрим, сколько они проживут. Производитель говорит о том, что вот эти три пальчика на этой перчатке и на той, этот материал позволяет вам пользоваться сенсорным телефоном. Сенсорный телефон их воспринимает. Давайте проверим, так ли это. Да, вот открылся Telegram. В принципе, телефон откликается. Листать можно. Я думаю, вряд ли я смогу такими большими пальцами напечатать смс-ку или что-то типа того. Но, в принципе, ответить на звонок или просто там что-то посмотреть, это я сделать смогу. Я думаю, для таких перчаток этого достаточно. Ну и могу сказать, что вот пока я с вами говорю, буквально минуту, у меня рука уже довольно-таки нагрелась, ей прям тепло. Смотрим дальше. Здесь вот есть застежка на запястье. Она вас затягивает. Вот здесь вот вышивка, бренд Kemimoto. Здесь идет резинка. На перчатках имеется вот такая пассивная защита. Я говорю пассивная, потому что вы прекрасно понимаете, что такое полностью защищенная перчатка. Это для супербайка, когда тут и пальцы между собой сшиты, чтобы они не переломались, и кевларовые вставки. Ну что, друзья, вот такие вот перчаточки от компании Kemimoto. Напомню, перчатки зимние, скажем так, рассчитаны на суровый климат. Внешне они мне нравятся. Если честно, вообще мне нравится то, что делает бренд Kemimoto. Пожалуй, я продолжу с ними дружить и посмотрю, какие еще товары у них имеются. Ну и если с пальцами, которые реагируют на сенсор, мы разобрались, это все работает. У меня теперь остались два вопроса. Насколько эти перчатки удобны будут в эксплуатации, когда я буду ехать за рулем? Удобно ли мне будет нажимать на все рычаги? Удобно ли мне будет газовать ими? И второй вопрос, на самом ли деле они водонепроницаемые? Если честно, вообще все такие перчатки для меня, они скорее влагоотталкивающие или влагозащищенные. Но уж точно не водонепроницаемые. Я привык, что если идет вода, если идет ливень, на самом деле дождь, то нужно что-то одевать сверху. Производитель клялся, божился, что они на самом деле водонепроницаемые. Поэтому предлагаю выехать прокатиться. Прокатимся, поймем, насколько они теплые, насколько они удобные. Ну а по поводу влагозащиты или же водонепроницаемости, я предлагаю проверить это и провести этим перчаткам настоящий тест-драйв прямо у меня в гараже. Там есть раковина, сейчас мы наполним ее водой и посмотрим, влагозащищенные, водонепроницаемые или все это сказки.
Ну что, друзья, давайте проверим эти перчатки от бренда Kemimoto. На самом ли деле они не пропускают воду? Напомню, производитель сказал, что эти перчатки не просто влагозащищенные, они водонепроницаемые. Итак, набрал воду в мою любимую раковину в гараже, опускаю перчатку. Но пока воды внутри не чувствую. Подержу подольше. Ну, короче, опустил до самого запястья. Чувствую, воду набрал холодную. Чувствую, что перчатка стала прохладнее, не такая горячая. Рука там ее уже натопила. Ну вот, друзья, вот вам тест. Честный от Moto Maximus. Снимаем перчатку. Рука сухая, ребят. Ну, она реально сухая. Перчатка воду держит. Сейчас еще раз засуну руку, проверю. Если честно, я не ожидал. Думал, что все-таки вот здесь, на швах, вода попадет внутрь. Но нет. Вот я сжимаю ее. Внутри сухо. Смотрите, рука сухая. Молодцы, молодцы, Kemimoto. Лайк вам за такие перчатки. Ну и для полноты картины давайте еще и правую руку тоже проверим. А то вдруг левая может быть хорошая, а правая дырявая. Вот, сжимаю руку, подержу ее, пошевелю здесь, чтобы все было по-честному, без обмана. Рука сухая, ребят. Вот она, сухая. Я прям, слушайте, я сейчас не угомонюсь, пока они не протекут. Мне прям интересно вообще, можно сделать так, чтобы они протекли или нет. Слушайте, ну у меня есть перчатки для сноуборда, довольно-таки недешевые перчатки. Но если я их опущу в воду, они точно промокнут. Эти не промокают. И причем я знаю, что есть на китайском рынке носки, перчатки, которые не промокают за счет того, что в них тупо внутрь вшили целлофановый пакет. Здесь нету никакого пакета внутри. Но руки сухие, ребят, сухие. Ну, в общем, тест в раковине показал, что они воду не пропускают. Теперь надо протестировать их в настоящих боевых условиях. Ну что, друзья, я накатался, нападался, накувыркался. Я думаю, вот здесь вот на моем тренировочном склоне мы можем завершить обзор перчаток Kemimoto. Сегодня погода, конечно, вы видите, какая, светит солнце. Я думаю, температура, ну, минус 1, минус 2 максимум. Довольно-таки тепло кататься, я бы даже сказал, жарко. И, конечно же, эти перчатки, они не на такую погоду. Они на хороший устойчивый минус. Я думаю, там минус 10 они будут держать, минус 20 даже. В общем, по итогу, цена вполне приемлемая, качеством я доволен, воду не пропускают вообще. Вот единственное, в горную реку только не опускал, но вы видели, в раковине мочил, ничего с ними не происходит. Я себе их оставляю, и не знаю уж как на эндуро мотоцикле, но на тяжелом эндуро я однозначно буду возить их с собой, если вдруг попаду в холодную погоду, в дождь, я думаю, они мои руки спасут точно. Так что, друзья, желаю вам носить хорошую экипировку, которая будет защищать вас. Ну и, конечно же, путешествуйте, и всем добра! We'll be right back.